Dastlabki to'lovsiz uy-joy olish, davlat tomonidan uy-joyni ta'mirlash, aliment pulini undirib berish, ishga joylashish, moliyaviy muammolar yechimiga amaliy yordam ko'rsatish, elektr energiya, suv va gaz ta'minoti, noqonuniy qurilishlarga chek qo'yish, uy-joyni kadastr qilib berish, temir daftarga kiritish kabi muammolar bugun Samarqand shahrida o'tkazilgan sayyor qabulda viloyatimiz shahar va tumanlardan tashrif buyurgan fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlar mazmunini tashkil etdi. Отопления нету. Bizi kontaminirgan oila. Bizi ijarada yashaymizda. Kredit masalasi bo'yicha. Telefon masalasi. Yurtda siz bo'ldi, erim bilan ajrashgan qonuniy. Hokim bo'lmay Turkiyadan investitsiya olib kelmoqchimanda. Kimdir sayyor qabulda birinchi marta kelishi, kimdir doimiy qatnashish. Faqatgina qabullardagina ularning muammolari o'z yechimini topayotganligini bildirmoqda. Sergey Badadyan bugungi sayyor qabul ishtirokchilaridan biri. Ushbu fuqaro salkam bir yil oldin ham sayyor qabulda ishtirok etib, uning bandligini ta'minlashda amaliy yordam so'ragan edi va murojaati ijobiy yechim topgan edi. Предыдущие приемы, то есть в декабре прошлого года я обращался к Иркинджон Турдым, под его содействием и распоряжением меня трудоустроили, наконец-то, я работник АТМ, это оборот технологии Эллермарка, Самгаси, да, я трудоустроен, я стараюсь, но в любом случае есть какие-то непосредственно текущие вопросы, которые, опять же, из-за бездействия местных органов власти приходится уповать только на Sayyor qabul. 2 yil oldin Sergey va uning oilasiga davlat tomonidan bir xonali uy-joy berilgan. Bugun esa ushbu oilada farzand dunyoga kelgan. Endilikda esa Sergey va oilasi kengroq uy-joy ajratilishini so'rab murojaat qilmoqda. Сегодня я пришёл на приём к Хокиму с одной единственной целью, с двумя, то есть это, во-первых, чтобы нас наконец-таки к какому-нибудь ответственному Markaziy bank ответственному органу прикрепили, а именно Ширкат ли это или кто-нибудь еще, кто будет ответственный за наш дом. И второе. У нас в доме есть квартиры, которые закреплены за физическими лицами, но которые не проживают в них. Я обратился к тем, чтобы он мне помог из этого же фонда просто поменять меньшую квартиру на большую. Расима Азизова Ватанпарвар махалласида истиқомат қилади. Унинг сўзларига кўра, у бир ўзи яшайди. Айни пайтда бироз моливий қийинчиликларга дуч келмоқда. Живу в военном городке. У нас махалла Ватанпарвар. Холодно в квартире. Двухкомфорочная плита у меня. Мёрзну. Попросила, чтобы мне отопление сделали. Или печку, или чего, чтобы... Нет, квартира на третьем этаже, однокомнатная. Обещали это масляный радиатор подарить. Соня Усманова Муборак махалласи ахли номидан ички кўчани таъмирлашни сўраб қабулда иштирок этмоқда. У кишининг таъкидлашича кўчалар ва ирригатсия тизимлари янки электр тармоғини тортиш даврида яроқсиз ҳолга келган. Недоконченный асфальт в нашей махалле, что у нас много машин заезжает. Выход у нас есть двери, что вот где на с нашей махалли до Ташкентской улицы очень много машин. Вот. И мы иногда не можем проходить по нашей улице, по махалле. Вот. Третья проблема у нас 822 ТП, что вот у нас нет ограждения. Там внутри ребята в прятки играют. Он принял мое обращение. Вот. Обещал, что обязательно займутся этими делами вышестоящие органы. Ольга Губанова ikkinchi guruh nogironi. To'lanayotgan nafaqa puli kamligi bois kommunal to'lovlarni amalga oshirishda qiynalayotganligini bildirmoqda. Shuningdek, u yashaydigan hududdagi qabristonning bugungi holatdan arz qilmoqda. Зорине, клабуще есть на вокзале. Там вообще грязно, колючки там, пакеты валяются. Вроде обещали помочь. Фериса Қолдошева Қатақорғон шаҳридан ташриф буйурган. Унинг ўрта махсус маълумотга эга фарзанди бугунги кунда ишга жойлашишда қийналаётганлигини билдирди. Ўғлим нет битирган, ўшанга иш сўраб келдим. Карантин зонаси бўлса ҳам майли, халқимизга хизмат қилсин деб келдим. Ишим битти, раҳмат сизларга. Масъул ходимларни чақириб, иш билан таъминлайин дедилар. Oldingi o'tkazilgan sayyor qabulda Qo'rg'onchi mahallasi ahli 35 yildan ortiq muddat davomida biror marotaba ta'mirlanmagan ko'chalarni ta'mirlash, asfalt qoplamasi yotqizishni so'rab murojaat qilishgan edi. Mas'ullar tomonidan ularning murojaatiga ijobiy yechim qilindi. Я, честно говоря, в первую очередь не верил, что действительно наша проблема будет решена.
Но буквально на следующий день пришли органы благоустройства и уже начали работы по асфальтированию нашей дороги. Наша дорога более 35 лет не видела асфальта. И вот я сегодня на очередном приеме Хакима области пришел поблагодарить его от имени нашей Махали и от имени наших жителей. Бүгін етсі адам еткен сайор қабулды 611 нафар фқараулардың менге яқын муаммалары вилаят хакимы ва сектор рахбарлар тамондан мухакеме етілді. Бір нече мурачатлар суд билан боғлықлыгы бойыс рад етілді. Уларге белгіленген тәртіпді судге мурачат етіш суралды. Қатар масалларге жойге ечім қылынды. Яна бір қатар масалалар есі мутақасылар штрафыда жойда органылышы белгіленді. Я обратилась насчет дороги. Он тоже присылал сразу уважаемых людей, которые рабочие, они сказали: Рита, покажите, где, чего и как. Вот, смотрите, уже начали делать ремонт. Уже вот выкопали. Я даже лопатку положила, вот этот самый, чтобы он гудрон, чтобы хорошо была дорога крепкая. Бізді 76-й үйді 6-й үйлекті лифтіміз ұзыл қогеніді. Мұражат қыгеніндік, Самақан дұп тамыр томандан ұсталы келішті. Лифті қозы айн вақты ішлі әпті, ұқшатышты. Лифт қоз сос қолатты. Сайор қабулы әкінеді вилаят хакимі барчы иғылгенлерге, өз махалластығы муаммаларға етібар қаратмайдыген, халқ дардыны ештімайдыген, махаллар ісләрі вазифасқа налайықлығыны білдіріп, қатар масалар бейвасты махаллады, яхуд шахар корхана ва ташкилатлары тамандан ечелеші мүмкінлігіні білдірді. Самарқан шахар бойынша хафтада 2 мәртті сау күтап қыламыз. Самарқан шахарда ақол жүді яман екен. Umuman mahallalar o'rni yo'q. Mas'ullarning mas'uliyatsizligi sabab bugun ushbu fuqarolar viloyat hokimligiga murojaat etishlarini mas'ullar o'ziga xulosa chiqarishiga chaqiriq sifatida qabul qilishlari zarurligini ta'kidladi.